Считаю, что Конор победит, если только Джастин не будет использовать борьбу. Но все равно это будет клевый бой. Но преимущество явно за Конором. Ты не умеешь бороться, у тебя нет сердца. Не надо переиначивать. Он отвечает на вызовы всех вокруг. Он ответил Фрэнки, ответил Порье. Единственный, кому он не ответил, это Джастин Гэджи, потому что он знает, что Гэджи делает с людьми. Он либо отдает тебе свою душу, либо забирает твою. Но знаете, в чем дело? Хабиб уже забрал душу Конора. Парни, с Макгрегором покончено. UFC стараются понять, как сделать на нем еще денег, потому что он по-прежнему остается одной из крупнейших звезд в спорте. Этого нельзя отрицать. Но у этого парня нет души, сердца и шаров. Это можно сказать обо всей его команде, исключая пару людей. Такова их культура. Джастин Гэджи в полусреднем весе. Это мое личное предпочтение, потому что он еще один легковес. Никому из них не нужно гонять вес. Цель в том, здесь буду осторожен со словами. В дальнейшем мы ориентируемся на то, чтобы вернуть титул в легком весе. Так что я считаю, что это будет шаг в правильном направлении. Я не вижу причин для Конора гонять вес, если это будет не что-то значимое. Для этого на кону должен стоять титул. В противном случае, зачем ему делать это? Так что да, было бы хорошо оставаться в полусреднем дивизионе и не сгонять вес, а потом, когда подвернется крупный бой, согнать оставшиеся 15 фунтов. Если рассматривать Гэджи в роли соперника, то можно сказать следующее. Он отличный боец, у него мощный удар, он умеет нападать, в нем есть упорство, он великолепен. Их схватка с Макгрегором могла бы быть в определенном смысле просто фантастической. Я уверен, это мог бы быть великолепный бой. Думаю, фанаты будут в восторге. Они очень похожи с Макгрегором в стиле и тактике ведения боя. От Конора всегда исходит большой напор, при этом он умеет держать удар и, думаю, превосходит его в этом. Он уходит в контрнаступление не как большинство бойцов, используя грубую силу и напор. Он оказывает давление на соперника, улавливая его реакцию, усыпляет бдительность. Думаю, нечто подобное может произойти и в поединке с Джастином, учитывая его особенности ведения боя. При всем при этом, он отличный соперник. Их поединок мог бы быть очень интересным. Мы сидим с моим корешем Джастином Гэджи и смотрим бои UFC, и я немного удручен тем, что нам приходится говорить о Коноре Макгрегоре. О человеке, который любит бить из-под тяжка стариков. О том, кто совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить следующий титульный бой против Хабиба. Но я знаю Хабиба. Хабиб – человек чести и достоинства. То, чего нет у тебя, есть у Хабиба. Но у меня есть кое-кто, с кем ты можешь подраться, чтобы завоевать право на титульный бой, который ты так хочешь. Если ничего не выйдет, ты всегда сможешь отправиться за титулом BMF. Так что у меня есть послание для тебя, а еще лучше пусть это послание передаст Джастин Гэджи. Черт возьми, Макгрегор, подпиши контракт! Для меня это хороший бой, я могу с помощью него расчистить путь себя к титулу. Он в списке. Может быть, он следующий, но он смешной парень. Он думает, что получит победителя в бою Хабиба и Тони. Он дурачок. Он слишком сильно все принимает к сердцу. Может быть, после ковбоя я оторву ему голову. Не знаю, кто следующий, но Джастин в списке, и это точно. Люди могут критиковать меня за то, что я называю сучьим поступком решение Макгрегора встретиться с Серронне. Ведь я и сам дрался с Дональдом. Но тогда были совсем другие обстоятельства. Когда Конору подбирали матч, я был там, и я был готов. Я мог подраться с ним на UFC 246, но он отказался. Так что обстоятельства другие. Этот аргумент не работает. В конце концов, этот чувак сам принимает решение, и я думаю, что теперь он более уверен в своих силах. Ему нужна победа. Да, я думаю, что теперь Макгрегор примет поединок со мной. Конор один из трех лучших бойцов в мире. Конор очень сосредоточен на реванше с Хабибом. Я думаю, что сейчас Хабиб должен подраться с Тони Фергюсоном. Посмотрим, как закончится этот бой и где после него окажется Джастин Гэджи. Хочу ли я увидеть бой Конора и Гэджи? Конечно. Если Макгрегор захочет этого, то я за. Я слышал, что Конор согласился на бой с Гэджи. Но, как мы знаем, Макгрегор вызывает многих бойцов, но не всегда соглашается с ними на бой. Но для обоих парней этот бой сейчас самый лучший вариант. Просто можно сказать, что идеальный. Давать Конору сейчас реванш за титул – это неправильно. Конор не дерется много месяцев, так что ему надо быть активным. Бой с Гэджи будет невероятно зрелищным. Но схватка с Хабибом все же намного интереснее.
Мне все равно, с кем он будет биться. Этот парень должен для начала вернуться и провести серию побед. 9-10 побед. Тогда мы устроим бой. Может быть, и люди, которые увидят это интервью, думают: «О, он думает об этом, но когда UFC попросит этого парня драться с Конором за миллионы долларов, этот парень примет такой вариант». Нет, дерись, вернись и покажи, кто ты.